Дом культуры «Буревестник» в Молокове давно стал центром объединения местной молодежи. Здесь подростки общаются, развлекаются и придумывают много нового и интересного. Так появилась идея организовать интеллектуально-юмористическую игру, и название ей было выбрано под стать «Тренденшоу». Но это чтобы до конца выразить исключительно развлекательный подтекст мероприятия. Вопросы будут у нас разделены на 5 категорий. Они все юмористические, но немножко есть интеллектуальные. Это штуки 90-х, это вопросы про музыку «Зайцев нет», это вопросы про интернет на 1 000 000 лайков, это вопросы селфи со звездой. Принцип игры похож на популярную некогда викторину «Своя игра», где участники выбирали категорию и баллы, которые начислялись команде за правильный ответ. Только в случае с «Тренденшоу» категории эти очень молодежные и зачастую понятные только подрастающему поколению. Школьники разделились на 3 команды, помогали им ребята постарше из дружественных территориальных советов молодежи, «Старый город» и «Завидное». 1, 2, 3! Много эмоций, позитива, также интеллектуальных ответов, правильных, естественно, ну и много улыбок. Как на ваш взгляд вообще жизнь молодежи проходит в Молокове? Очень весело, потому что я посещаю каждое мероприятие, на которое меня приглашают. Битва между командами шла отнюдь не детская. Сложнее всего, кажется, пришлось тем ребятам, которые выступили в роли кнопок. По ним за вечер разгоряченные участники ударили не один десяток раз. Но впечатления, полученные от игры, стоили того. Пришли на праздник юмора и ребята, не состоящие в ТСМ «Молоковская», но желающие приобщиться к молодежному движению поселения. Я специально готовился. Я читал много шуток. Я рассматривал, но и так я очень старался. Организаторы надеются, что «Тренденшоу» найдет последователей и станет популярным не только в Ленинском районе, но и во всей Московской области. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.